А Литва сейчас активно избавляется от российской газовой зависимости. Вчера в порт Клайпеды прибыла первая партия американского сжиженного газа. 150 тысяч кубов. И он пока дешевле российского. В сентябре ожидают еще одно судно. Плавучий терминал работает в Клайпеде с 2014-го. По словам президента Дали Грибаускайте, он способен обеспечить потребности стран Балтии в газе на 90%.